Министерство обороны Российской Федерации заявляет о начале активной фазы отправки войск, которые находились у границ с Украиной на учениях, в места постоянной дислокации. Уже осуществлена погрузка и отправка из Ростовской, Белгородской, Брянской областей 4 железнодорожных эшелонов и 15 самолетов Ил-76, говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства. По информации Минобороны, бронетанковая техника на гусеничном ходу перемещается по дорогам на специальных колесных тягачах. Основную часть маршрутов войска преодолеют в составе железнодорожных эшелонов и на самолетах военно-транспортной авиации.